Здравствуйте, дорогие друзья! В языке Java, как и во многих других языках, имеется конструкция под названием перечисления. Но в отличие от множества других языков, перечисления реализованы в виде классов. И это открывает дополнительные возможности. Итак, что же такое перечисление и зачем они нужны? В самом простом случае их можно воспринимать как список констант для общего использования в рамках проекта. Например, это могут быть коды ошибок или номера клавиш, или типы геометрических фигур и так далее. Главное, что с помощью перечислений достаточно удобно объявлять группы констант логически по смыслу связанных между собой. Чтобы задать перечисление в Java, используется вот такой вот синтаксис. Пишется ключевое слово и нам, далее идет имя перечисления, и внутри фигурных скобок через запятую указываются элементы этого перечисления. Ну, например, для геометрических фигур мы можем задать вот такие элементы point, line, triangle и так далее. А тип определить вот так вот. Geom type или какой-то другой. Вот этого типа мы придумываем сами. Причем вот все эти элементы перечисления являются константами перечисляемого типа. И у этих констант неявным образом определяются такие модификаторы. То есть добавляются модификаторы public static final. То есть они являются публичными статическими константами. И мы легко можем в этом убедиться. Смотрите, вот если в нашей программе прописать вот такое вот перечисление и нам геом type, то через вот это вот ключевое слово GeomType type мы можем обратиться напрямую к любому определенному в нем элементу. Ну, например, к поинту. Вот так вот, точка point. Как раз благодаря тому, что она является публичным статическим элементом. Ну и давайте выведем ее в консоль, посмотрим, что мы увидим. Запустим программу. И в консоли мы видим вот такое вот сообщение point. Оно нам особо ни о чем не говорит. Что это за point? Как можем воспринимать вот этот вот элемент point? Что это такое? На самом деле это класс. Если мы вот здесь поставим точку, то у нас будет множество методов, которые доступны в этом классе. Ну, например, давайте вот возьмем вот такой вот метод getClass и посмотрим, что же это за класс такой, point. Опять запустим программу. И смотрите, в консоли у нас отображается такая строчка. То есть на самом деле point это класс вот такого вот типа типа перечислений type И поэтому каждый элемент вот этого перечисления на самом деле является классом. Ну хорошо, но как же нам в программе пользоваться всеми этими элементами? Давайте я приведу такой пример. Предположим, в нашей программе будет набор из двух геометрических фигур, из линии и из точки. И они будут наследоваться от базового класса GEOM. Причем в базовом классе GEOM мы пропишем вот такой вот общее политайп. То есть это общий политайп является как раз перечислением GEOM type. Оно будет содержать ссылку на тип геометрической фигуры. Далее в каждом классе определен конструктор, через который мы как раз и передаем вот этот вот перечисляемый тип. Ну и вот такой вот метод getPoint метод здесь а здесь getLine метод, чтобы мы могли вызывать метод из класса line и из класса point. Я чуть позже покажу, зачем это надо. Далее, вот здесь вот в методе main мы как раз создадим экземпляры этих классов. Ну, предположим, у нас есть обобщенные ссылки, вот такие вот, g. И этим обобщенным ссылкам мы присвоим вот такие вот объекты. То есть здесь line будет, здесь point, здесь опять же line. И обратите внимание, когда мы создаем экземпляр каждого объекта, то, соответственно, передаем им ссылку на соответствующие перечисления. Ну, и здесь мы передаем им перечисление line, потому что мы создаем линию. Когда создаем point, то, соответственно, у нас в перечислении мы выбираем элемент point, ну, и здесь тоже line. То есть, вот такие вот элементы мы сразу передаем, когда создаем экземпляры вот этих вот объектов. И смотрите, далее для того, чтобы привести вот эти вот обобщенные ссылки же к соответствующим дочерним классам Line или Point, мы можем прописать вот такую вот проверку. Ну, во-первых, в цикле перебрать все эти обобщенные ссылки, ну и далее вот с помощью оператора switch проверить, если вот это вот свойство type, которое у нас вот здесь прописано в абстрактном классе geom и у который есть у каждого нашего объекта, соответствует Point то мы приводим эту обобщенную ссылку к типу point. И далее вызываем вот такой вот метод getPointMethod, который прописан только в классе point. Ну а если вот этот перечисление type соответствует линии, то мы приводим к типу line и, соответственно, вызываем метод getLineMethod. Давайте запустим программу и убедимся, что вот эта конструкция работает. Запускаем программу. И в консоли видим вот такие вот сообщения. Class line, class point, класс line. То есть у нас как раз сработали вот эти вот методы, мы их вызвали из вот этих вот дочерних классов, из класса line и из класса point, и видим вот эти вот сообщения класс point и класс line. То есть у нас программа отработала корректно. И вот с помощью такого оператора Switch мы смогли проверить, что вот это вот перечисление type соответствует или point точке, или line-линии. И отсюда можно вот сделать такой вывод что вот эти перечисления можно сравнивать между собой, используя обычное булевое сравнение. То есть будет корректно выполняться вот такая вот операция. Пишем два равно, то есть булевое сравнение для соответствующего перечисления. Вот здесь мы используем свойство type для ссылки g, а здесь мы можем указать конкретный тип перечисления. То есть, если вот это вот перечисление type будет соответствовать вот этому вот элементу line, то мы в консоли увидим сообщение линия. Запустим программу. И действительно, вот здесь вот видим последней строчкой сообщение линия. Вот так вот в простейшем случае мы можем использовать вот эти вот перечисления в программе, ну и, соответственно, проверять, чему они конкретно равны. Далее. Так как само по себе перечисление – это класс, то значит оно может содержать различные методы. В частности, в любом перечислении есть вот такой вот метод values, этот метод, он возвращает массив вот этих вот элементов, которые в нем определены. Но, ну, например, вот если мы выполним вот две вот такие вот строчки, то в консоли увидим следующую информацию. Здесь вот будет point, line, triangle, rectangle, ellipse. То есть мы увидим все вот эти вот элементы, которые определены вот в этом перечислении geom type. То есть вот этот вот метод values он возвратил массив, который содержит вот все эти элементы, и мы соответственно их вывели в консоль. Далее у каждого вот этого вот элемента перечисления есть метод, который называется ordinal и возвращает порядковый номер константы. Давайте его вот тоже выполним и посмотрим, что мы увидим. Мы видим следующее: point имеет порядковый номер 0, line 1, ну и так далее. Далее мы можем сравнивать между собой константы одного и того же перечисления с помощью метода equals. Смотрите, вот предположим, что у нас есть ссылка на вот такой элемент point. И далее мы хотим проверить, что является ли вот эта вот ссылка pt элементом point. Для этого можно вызвать вот этот вот метод equals и сравнить между собой ссылку и вот этот вот элемент point. И если они равны, то, соответственно, в консоли увидим вот это вот сообщение, что константы равны. Ну, а вот эти вот строчки я поставлю в комментарии, чтобы они нам не мешали. Запустим программу. И в данном случае мы увидим вот это вот сообщение, что константы равны, потому что они действительно равны. Pt ссылается на point. Ну и сам по себе point тоже является point. А если вот здесь вот вместо point написать, допустим, вот так вот line и запустить программу, то, соответственно, этой строчки мы уже не увидим. Потому что вот эта вот проверка уже не сработала. Но фактически вот этот вот equals, он дублирует такую вот проверку, которую мы с вами только что делали. То есть, если прописать 2 равно, запустить программу, то результат будет абсолютно такой же. Если здесь вместо line опять прописать point, вот так вот запустить программу, то мы снова увидим сообщение константа равны. То есть, можем пользоваться и методом, или вот так вот прописывать 2 равно. Также есть более общий метод для сравнения констант. Он называется вот так вот. Компарту и возвращает значение больше нуля. Если константа line стоит после константа, на который ссылается ссылка pt, то есть вот в частности point, он имеет индекс, порядковый индекс 0, а line порядковый индекс 1. Поэтому такой вот метод компарту возвратит значение больше нуля. Соответственно, значение меньше нуля мы получаем, когда элемент стоит перед сравниваемым элементом. Ну и равны нулю, когда используется один и тот же элемент. Например, вот здесь вот point используется, и вот эта вот ссылка pt тоже ссылается на point. В этом случае вот этот вот метод компарту возвратит значение 0. Давайте запустим программу и убедимся, что все эти проверки пройдут. Да, мы видим три строчки, константа line больше pt, point меньше line, и point и pt равны. То есть все верно. Вот так вот в базовом варианте используется перечисление в Java. Но смотрите, я в самом начале говорил, что все элементы перечисления являются объектами. Но раз это объекты, то можно ли им указывать свои конструкторы и добавлять свои методы и поля? Оказывается, да, в Java это можно делать и делается следующим образом. Ну, например, смотрите, давайте пропишем вот здесь вот в класс geomType, в перечислении geomType, вот такое приватное поле value, и далее зададим конструктор, который будет называться вот так вот, geomType, то есть конструктор вот для этого перечисления, и на входе он будет принимать некую строку value. Ну и то, что вот здесь вот мы передадим, будет сохраняться в каждом экземпляре вот этого вот перечисления geomType. И смотрите, интегрированная среда нам здесь вот сразу показывает некие ошибки. Что это за ошибки? Дело в том, что когда мы переопределили вот этот вот конструктор, Geom type, с одним аргументом, то предполагается, что мы должны как раз им передать вот этот вот аргумент то есть строку. Ну, например, мы можем прописать вот такие вот строки. У point просто point, у line line, у triangle triangle. Пусть это будет так. Ну и чтобы мы могли обратиться вот к этому полю value, пропишем еще один getter, то есть get value. А как раз будет возвращать вот это вот поле value. Чтобы увидеть, как все это работает, вот здесь вот в методе main мы пропишем такие строчки. Вот это вот все я уберу, и вместо этих строчек я пропишу следующее. Мы будем перебирать вот этот вот массив g, далее обращаться к перечислению, и у этого перечисления брать вот этот вот метод getValue, вызывать метод getValue. Этот метод getValue мы как раз вот здесь вот с вами определили только что. И он будет возвращать вот эти вот строчки, которые мы прописали у элементов этого перечисления. Давайте запустим эту программу и убедимся, что это действительно так. Да, смотрите, мы видим вот эти строчки line, point, line. То есть вот таким вот образом мы можем расширять вот эти вот элементы перечисления, добавляя им какие-то свои собственные свойства. Ну и затем в программе мы можем все это использовать. Вот что из себя представляет перечисление в языке Java, и вот так вот с ними можно работать.